Я и дышать не могла, у меня тут трубка была, здесь железка стояла, там вытяжка была. Уникально то, что она осталась жива. Честно, я удивлена. У родных своя жизнь, места Алене в ней не нашлось. Она даже не сидела на кровати совсем, она лежала. Как Бог допустил, что вот я в инвалидном кресле. Все далеко, и я одна с ребенком, мне 23 года. У человека всегда есть выбор. Я хочу жить. Новый выпуск программы «Обернитесь». Смотрите во вторник, 10 августа в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».